Евро 2020 будет в Петербурге. Станислав Саламыч, наш хитрый бюргер. Евро 2020 будет в Петербурге. Станислав Саламыч, наш хитрый бюргер. Эй, слышите, это бабки, которые мы получим за победы сборной России. Она круче, чем Сан-Марино, Кипр, Казахстан, лучше Шотландии, Бельгии. Евро 2020 будет в Петербурге. Станислав Саламыч, наш хитрый бюргер. Евро 2020 будет в Петербурге. Дзюба знает, где на Невском лучший бургер. Евро 2020 будет в Петербурге. Будет в Дублине, Баку, Риме, будет Мюнхен. Евро 2020 будет в Петербурге. В Бухаресте, Амстердаме, в Будапеште будет. Нам не дали выиграть Кубок мира, Кубок мира. Лука Модрич, гений, Марио, Фернандес, мимо. Без Акинфеева, Игоря, без Кокорина, придурь. Хотя через год, может, и увидим его. Эта сборная сильнее, чем Игра престолов. Здесь до конца не знаю, что задумал Смолов. Космос Стас, как всегда, суровый. Хочет забрать кубок, как 60 лет назад. Сделать это снова. Евро 2020 будет в Петербурге. Станислав Саламыч, наш хитрый бюргер. Евро 2020 будет в Петербурге. Дзюба знает, где на Невском лучший бургер. Евро 2020 будет в Петербурге. В Лондоне и Глазго, и в Бильбао будет. Евро 2020 будет в Петербурге. Станислав Саламыч, ты наш хитрый бюргер. Будет в Петербурге. Станислав Саламыч, ты наш хитрый бюргер. Евро 2020 будет в Петербурге. Станислав Саламыч, наш хитрый бюргер. Yeah. Это metaratings.ru.